Статус особо охраняемой природной территории позволяет восстанавливать и регистрировать редкие виды растений и животных. Для человека это прежде всего сохранность леса, а значит, обеспечение кислородного баланса. В Ленинском округе уже созданы две особо охраняемые территории – дубовые рощи усадьбы Суханова и природно-исторический комплекс Горковский поселка Горки Ленинские. Новый проект посвящен сохранности зоны поселка Володарского. Ближе Оки, место с таким биоразнообразием, я до сих пор не знаю. Там зарегистрированы южные виды бабочек за пределами основного ареала, ряд очень редких растений, в том числе из Красной книги Российской Федерации. Инициативность граждан стала решающей. Благодаря добровольческим взносам на территории поселка Володарского были проведены исследования, зарегистрировавшие на ней редких обитателей и растений из Красной книги. А значит, статус охраны территории будет присвоен. Как грамотно и бережно вы относитесь к родной природе. И поэтому появляется документ, который защищает бабочек на нашей территории. Инициативу присвоения статусов особо охраняемых территорий землям Ленинского округа поддержало Всероссийское общество охраны природы. Надо беречь каждый уголок земли, надо стараться сделать все возможное, чтобы будущие поколения относились к тому, что мы пытаемся сохранить, так же трепетно, как мы. На 2024 год краеведами и советом активистов планируется присвоение статуса особо охраны территории Видновскому лесопарку. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.